У Брэсцкім районе протягивается акция для детей «Каникулы без дыму и огню». Шарговой кропкой припынку супрацовников Министерства по надзвычайных ситуациях и представнику управления внутренних справ стал детячий оздоровленший лагерь «Орленок». Мирослава Маньковская расскажет подробнее. Отпочинок у лагеры – мара любого школьника. Однак менавіта у гэты перыяд дети находятся без нагляду батьков и часто могут спровоковать какую-нибудь надзвычайную ситуацию. Сегодня в центре внимания не только сотрудников милиции, но и сотрудников и МЧС, и других служб. Это именно безопасный отдых наших детей. Когда они уезжают на оздоровление и в оздоровительные лагеря, их бабушкам, их дедушкам, сотрудники милиции, сотрудники МЧС не оставляют их без внимания ни один день. Кроме этого, мы просим наших детей быть все-таки законопослушными и соблюдать самые элементарные правила поведения на воде, на дороге, чтобы их отдых был самый безопасный и самый счастливый. Дети чакали гостей с нетерпением. Тыя, у свою чергу, подрыхтовали шмат сюрпризов. Демонстрацию тушения пожару, водную феерую и навод выступление службового собаки, які с легкостью выконывал все команды господара. Постарались и школьники, подрыхтовали малюнки на тему «Мое беспечное лето». Переможцы импровизованного конкурса отрымали подарунки и суперприз – мягкую цацку в форме супрацовника милиции. С 1 июня текущего года на территории области начали свою работу 23 загородных оздоровительных лагеря. Планируется, что в течение летнего периода года в этих лагерях пройдет оздоровление на территории области порядка 35 тысяч несовершеннолетних. Чтобы отдых был не только приятным, но и имел какую-то пользу, сотрудниками милиции осуществляется не только охрана общественного порядка в лагерях, но и проводятся различные профилактические мероприятия. Когда ребенок, играя, учится, это бесспорно правильное решение. И мы непосредственно с управлением внутренних дел работаем в этом направлении. Если раньше мы как-то меньше пересекали, то сейчас мы перестроили свою работу и работаем теперь вместе. И это действительно приносит очень большие положительные результаты. Профилактичная акция «Каникулы без дыму и огню» протягнет радовать детей Брэсцкой в области. Наступный адрес – детячие оздоровленчие лагеры Ляховицкого района. Мирослава Маньковская, Юрий Плінда, областные новини, Брэсцкий район.